От «хватит давать Украине так много оружия» до осуждения России и Путина. Республиканец Рон ДеСантис сменил свою позицию в отношении Украины. Война не закончится победой Путина, и я думаю, что украинское правительство не даст себя повалить. Рон ДеСантис – губернатор Флориды. Также в США он считается вероятным кандидатом на пост президента от республиканцев на выборах 2024 года. Но известен он еще и своими резкими высказываниями, в частности, и в адрес Украины. Так, 13 марта в интервью Fox News ДеСантис заявил, что власти США не уделяют достаточно внимания своей стране, потому что сосредоточены на помощи Украине. Дальнейшее втягивание в территориальный спор между Украиной и Россией не является одним из жизненно важных национальных интересов США. Но вот уже 10 дней спустя в интервью Пирсу Моргану ДеСантис оправдывается за сказанное ранее. Вы жалеете, что использовали эту фразу «территориальный спор»? Я думаю, да. Это была неправильная характеристика. Россия вторглась в Украину, и это неправильно. И они вторглись в Крым в 2014 году, и это тоже было неправильно. Акцент политик сделал на том, что он таки имел в виду. По его словам, не стоит использовать американские войска в войне, а поставки вооружения должны продолжаться. Ко всему прочему, в предыдущих резких заявлениях про Украину играли роль и чисто политические интересы. ДеСантиса считают главным конкурентом Трампа на будущий пост кандидата в президенты от республиканцев. Предыдущие заявления ДеСантиса про то, что Украине нужно сокращать поддержку, про то, что нужно пересмотреть эту поддержку, были скорее заигрыванием, игрой с аудиторией Трампа. Он политик, ему нужны голоса, ему нужны избиратели. Трампа, к несчастью, до сих пор поддерживает около трети республиканских избирателей. Да, его не поддерживает истеблишмент, да, его не поддерживают большие доноры партии, но сейчас любой политик-республиканец, если он хочет иметь хоть какие-то шансы на политический успех, он так или иначе должен с трамповской тематикой, с трамповской риторикой действительно заигрывать. Но вот в отличие от Трампа, ДеСантис в этом же таки интервью публично осудил Путина. Сейчас есть попытки притянуть его к ответственности за военные преступления. Бомбежки больниц и геноцид в некоторых частях Украины. За разрушение целых городов, таких как, к примеру, Мариуполь и других. Вы поддерживаете это? Я думаю, что он и есть военный преступник. Путин стал токсичным даже для своих бывших союзников. Путин станет токсичным, я уверен, даже для Китая в краткосрочной перспективе. Также Рон четко высказался и относительно территориальной целостности Украины. Безусловно, Украина имеет право на эту территорию. Если бы можно было одним взмахом руки что-то изменить, я бы 100% вернул эти территории Украине. Такую смену позиции ДеСантиса частично связывают с огромной критикой от политической элиты США. Подвергся ей Рон именно после резких заявлений относительно Украины. Но политические эксперты не откидывают и другой вариант. Они называют новую позицию ДеСантиса продуманной стратегией, дабы продвинуться по политической лестнице, и связывают это в первую очередь с настроями населения. У меня лучше получается работать с народом, чем с некоторыми представителями политического класса. Эту теорию подтверждают и недавние результаты опросов от американского института Гэллопа за январь 2023-го. 65% американцев считают, что США должны поддерживать Украину в ее стремлении вернуть свои территории, даже если это приведет к длительному конфликту. В то время как всего лишь 31% американцев считают, что США должны работать над более быстрым окончанием войны, даже если это позволит России оставить за собой временно оккупированные украинские территории. И что самое интересное, среди опрошенных республиканцев больше тех, которые так или иначе выступают за украинские интересы. Мнения среди республиканцев разделились так: за целостную Украину 53%, а вот 41% за скорейшее окончание войны даже ценой потери Украиной своих территорий. Но все-таки меньшая часть республиканцев, 47%, считают, что помощь США Украине слишком велика.
чуть менее половины республиканцев сомневаются в том, что такая поддержка должна быть безграничной, и Украине нужно давать все, что есть. Поэтому ДеСантису и другим так или иначе, чтобы на праймерис, то есть на выборе кандидата от партии, завоевать необходимое количество голосов, им все же нужно заигрывать с обеими лагерями. И с теми, кто абсолютно безапелляционно поддерживает Украину, и с теми, кто сомневается в том, что Украине нужно давать все, что она просит. Ясно, что политическая фигура Рона ДеСантиса неоднозначна. Причем такое отношение к нему имеют и в самих Штатах. Вас изображают некоторые американские СМИ как активного, еще одни как достаточно скучного, не имеющего харизмы. Также некоторые после прочтения вашей книги говорят, что вы бы начали любую борьбу, даже без оружия. А вот Нью-Йорк Таймс написал, что ваши политические мемуары были написаны чатом GPT. Но все же политические амбиции и воля демократичного американского народа заставляет менять свою позицию некоторых политиков даже на международном уровне. То, как сейчас риторика ДеСантиса возвращается в адекватное русло, свидетельствует о том, что в республиканской партии все-таки большинство политиков, большинство избирателей становится на позицию консервативного, рейгановского республиканизма. А значит, они будут готовы к более решительным действиям на международной арене, и они будут готовы активнее противодействовать Москве, соответственно, активнее помогать Украине. И здесь не стоит забывать, что формируется мнение демократичного американского общества на основе действий не менее демократичного украинского народа, который уже больше года показывает всему миру, что такое храбрая борьба за свою страну, свободу и ту же демократию.